куда тут идти? Объясните вы, пожалуйста, Ну, как я понял, это надо как-то тут мост сделать, только как? Куда теперь? Навигатор говорит, что мы должны забрать на Аридии какое-то важное устройство. Скорее на Керван, предупредим рейнджеров. Аридия. Ходу сюда. Попробуем надо выручить скида Макмаркса. Только сам не лечу, он сам летит, это заставка такая. Это не важно. Ну, хотелось самому полетать. Может, какая-то будет за часть, где мы сами полетаем. Прикольно. А что тут тогда делать? Стой, это там не скит Макмаркс впереди. Ура! Кто-нибудь на помощь! Ох, как же я рад, что вы пришли. Я тут всю ночь проторчал. Глазам не верю! Скит Макмаркс! Я же все ваши гонки смотрел! В том году на Кубке Кервана вы сделали тройную сверхновую на втором махе! Всегда приятно встретить фаната! Я Кланг, это Рэтчет. Ваш дядя получил инфобота и попросил нас вам помочь. А я боялся, вдруг робот не доберется. Мы с моим агентом всю ночь убегали от этих бларгов. В конце концов потеряли друг друга в этой кутерьме, и я здорово шмякнулся, выходя из магазина. Чувачки, можете избавиться от этих песчаных акул и расчистить мне путь до корабля? Черт. А я вот за это свой скейт отдам. О, настоящий Макмаркс 4000! По рукам! Ничего. О, спасибо за скейт. Берегитесь, тут песчаные акулы! Так, надо проверить огнеметик. Вообще мастер! Хорошая. Ого! Вау! Какая крутая! Ну, надо взять. Смотрите! Такой уровень? Как? И вообще мастер! Да, я мастер. По-моему, работаю еще. Ой. Где я? Я что, затонул? Берегитесь, тут песчаные акулы! И вообще мастер! Да, я мастер. Это песочная акула. По-моему, работу еще осталось. Несколько акул! Разберетесь с ними? Да, разберусь. Да, это как? Акулы. Забираем.
Рид! Интересно, как им использоваться. Это было потрясно! Спасибо за помощь! Держите свой скейт! Ух ты! С автографом! Рэтчету и Кланку самым отвязным чувакам, с которыми я когда-либо тусовался на враждебной планете. Клёво! Вы сможете сами добраться до корабля? Все будет чики-пуки! Хотя вряд ли я теперь смогу поучаствовать в гонке в Блэквотер-Сити. Жаль, конечно. Эй, вы часом не видели моего агента? Мне как-то стыдно, что я его там бросил. Он с дикой природой не ладит. А где мой скейт? Где мой скейт? Надеюсь, эта травма не поставит крест на моей карьере. А где мой скейт? Надо поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Агента? Класс. Патронов нет.